Олег и Анастасия Кокарева из Нижнего Новгорода стали первыми победителями лотереи 12-24. Мы выиграли 2 миллиона 660 тысяч рублей. От всего сердца хотим поздравить мужчин с Днем Защитника Отечества. Защищайте свою родину, свой дом, свою правду. Женщины всегда готовы и рады гордиться вами. Оставайтесь всегда образцами мужественности. Отдельно хочу поздравить своего любимого супруга, своего защитника. Здоровья тебе, счастья, любви и удачи. Играйте и выигрывайте. С праздником!